Всех приветствую. Будем сегодня точить, продолжать завесу. Здесь у нас сейчас 21 диаметр. Даже... Да, 21. И этот вот участок... Получается 58 миллиметров. Будем стачивать до 11. Так. Включим передачу. Thank you.
Сейчас проверим, что у нас получилось. Так, 13,5. Еще 3 миллиметра снять. Того под это сверло. Сверло 11,5. Ну, 11 миллиметров надо сделать шток. Потом в ответной части просверлим этим сверлом. Только что еще надо какую-то заднюю бабку сделать. Хотя бы такую, чтоб вставлять было можно сверло туда. А потом уже отторцуем тут, и между будет шарик маленький такой. Наверное, 5 миллиметров в диаметре. Таких 5-8. Я, короче, закидываю шарик в завес маленький. Потом сверху молотком пристукиваю. Это вот сейчас что называется. И на шарике таком ходит хорошо-хорошо. Так. Возьму. Ой, со стружек шарики подостает, а валяется тут у меня. Где-то упал. О. Брошу к сверлам. Так. Еще 3 миллиметра снять надо. Будем. Так. Проверим. 12. Даже 12,5. Так. Ну да, еще миллиметр где-то. Thank you.
малый продольный проточил шток на конце. Сейчас проверю, насколько запускать будем. Так. 11 где-то и 7. Получается, сюда к корню больше стачивается диаметр. А с этой стороны меньше. То есть наоборот, тут диаметр больше остается, а тут меньше. Как бы на конус подтачивая, не знаю. Станина неустойчивая, и люфт в патроне есть. Слышно стучит. С этой стороны прогиб больше, так меньше снимая. А тут меньше прогиб, так жестче, так больше снимая. Ну, уже осталось чуть-чуть. Так. Так, 11, а тут 11 с копейками, а на корне сюда тоже 11. Надо батарейку ставить, но они тут сами собой разряжаются быстро. Так, зерно у нас получается, вот я со сверла снимаю штангеля. Ну, свободно налазит, так что больше точить не буду. Даже тут вот на этом еще свободнее. Может, даже перебрал. Хотя это зарез таки нормальный у меня. Как раз люфтик чуть-чуть. Еще торцану сейчас и все. Thank you.
выключатель мой стал вылетать сильно. Оп.